Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такой вот красивый рельефный узор, очень красивый, толстые. Единственное, что вот не на всех нитках, он не на всей пряже, он выразителен. Вот смотрите, это серое, я попробовала не очень, хотя видно, но не так уж. Но хотя это зависит не от цвета, а от структуры самой пряжи, так что пробуйте. Узор состоит у нас из, раппорт состоит из 6 петель плюс 2 петли кромочные, соответственно. Я набираю 14 петель вот такими толстыми спицами, чтобы начинающим новичкам было хорошо видно. Еще если поставите видео на 0,5 скорость, то все будет понятно. Так, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, то есть 2 раза по 6 петель плюс 2 петли. Итак, первый ряд мы вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. То есть раппорт у нас ровно в половине. Вот он наш раппорт. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И в середине вязания у нас получается 4 изнаночные. Так, изнаночный ряд, все петли изнаночными. Так, третий ряд, 1 изнаночная, далее меняем местами 2 петли, 2 поверх 1 и провязываем их обе лицевыми. Далее снова меняем 2 петли, 1 поверх 2 и провязываем 2 лицевыми. Далее 2 изнаночные и второй раппорт точно так же повторяем. Перебросы, 1, 2, и 1 изнаночная и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд, снова изнаночными. То есть все четные ряды изнаночные мы вяжем изнаночными. Если же мы хотим вязать этот узор, допустим, снуд или шапку в круговую, мы просто нечетный ряд выполняем по схеме, а четный ряд мы провязываем лицевыми петлями. Вот и все. И тот же узор у нас получится. Так, и пятый ряд. Первую петлю снимаем. Далее снова делаем переброс, 2 поверх 1, провязываем их лицевыми, далее 2 лицевые и 1 поверх 2 переброс, провязываем лицевыми. В этом ряду у нас все петли лицевые. И снова переброс, изнаночных петель у нас уже больше нет, провязываем лицевыми. 2 лицевые, переброс и провязываем лицевыми. Вот и все. Изнаночный ряд изнаночными петлями. Вот такие вот галочки у нас образуются. И далее повторяем с первого ряда все точно так же. И по итогу у нас получается вот такой вот красивый рельефный узор. Вот. С изнаночной стороны вам покажу, забыла. Ну, обычная изнаночная сторона. Ничего в ней особенного нет, ни страха, ни красоты, так скажу. Вот, а с лицевой стороны вот такая вот красота. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.